Здравствуйте, дорогие друзья! Всеми любимая компания Elif решила порадовать нас устройством, которое оценят все любители крепкой жидкости и подсистем. Имя нашего сегодняшнего героя – Elvin Pod. Устройство поставляется в белой картонной коробке. На лицевой стороне нанесен логотип компании и изображен сам мод. Открыв коробку, мы первым делом видим батарейный блок и два картриджа. Под поролоном разместилась инструкция и USB кабель. Габариты у Элвина довольно небольшие, 100 на 20 на 10 мм. Весит он всего лишь 24 грамма. Батарейный блок Элвина изготовлен из прочного и легкого металла. Процесс парения активируется посредством затяжки, поэтому какие-либо кнопки на корпусе девайса отсутствуют. На лицевой стороне присутствует небольшой индикатор, который уведомит вас об уровне заряда аккумулятора. Зеленый цвет – уровень заряда от 100 до 60%, синий цвет – уровень заряда от 59 до 20% и красный цвет – уровень заряда менее 20%. Кстати, не забывайте подписываться на наши социальные сети, все ссылки есть под видео в описании. Емкость встроенного аккумулятора составляет 360 мАч. Это немного, но с учетом высокого сопротивления намотки в картридже и того факта, что Elif Elvin рассчитан на использование с жидкостями с высоким содержанием солевого никотина, вам не придется заряжать батарею слишком часто. Если аккумулятор все же разрядился, то переживать не стоит. Ведь благодаря микро-USB разъему в нижней части подсистемы вы сможете зарядить ее от любого устройства с USB портом. Использовать вейп можно даже во время зарядки. А время до полного заряда аккумулятора займет всего 35 минут при заряде силы тока в 1 ампер. Картриджи для Elvin Pod являются перезаправляемыми. Для заправки необходимо извлечь картридж из батарейного блока и открыть силиконовую заглушку на боковой стороне. Рекомендуем использовать жидкость с содержанием глицерина не выше 60%. После первой заправки нового картриджа подождите 5 минут для полной пропитки хлопкового наполнителя. Картридж можно установить в батарейный блок любой стороной, в зависимости от этого вы можете отрегулировать затяжку, сделать ее тугой или немного более свободной. Elvin Pod – это система, которая отлично подойдет начинающим пользователям и вейперам со стажем, ведь ее компактность позволит всегда носить устройство с собой, например, на случай разрядки основного комплекта. Спасибо за просмотр, с вами был Сигарет Нетбай и до встречи на нашем канале.